Привет всем желающим найти снежного человека, тем, кто интересуется этой темой, ну и просто зрителям нашего канала. Сегодня у нас новый такой поиск будет. Я нашел пару интересных мест, надеюсь, вам понравится. Запасайтесь кофейком, булочкой, и мы начинаем. Ребят, вот вы когда-нибудь думали, а где пьет снежный человек? Например, зимой, понятно, он может есть снег туда-сюда. А летом, вот где ему пить? Правильно, должен быть либо ручей, либо водоем. И такое место у нас сегодня есть. Вот. Вот те все лесочки вдали, в которых мы ищем снежного человека. А это место с большей вероятностью есть и здесь, и пьет. Спускается вот с этих гор. Отсюда можно сделать какой вывод, что ему незачем уходить-то в ледники, как я говорил в прошлых видео. Вот. Он приходит сюда, скорее всего. Сейчас мы обследуем вот так все вокруг. Скорее всего, он приходит вот оттуда. С той стороны там грязь, там, возможно, может, какие-то следы будет видно. А сейчас я хочу показать место, где он моется. Потому что от него воняет, говорят. Он, если не моется. Что вот недавно смотрел человека, говорит, он пробежал в лесу где-то. И вонь. Увидел человека, не успел камеру включить. В общем, ребят, продолжаем наше путешествие. Сейчас мы идем вот туда. К месту, так сказать, к душу. Душ, где моется йети. Подошел я к этому месту и начал снимать. Смотрю, уточки такие. Вот, блин, как бы он их не половил, этих уточек. Наш йети. Вот. Значит, знаете, где он моется? Это довольно-таки интересно. Он умный настолько. Здесь слив грязной воды. Сток. Такой труба выведена. И вот здесь он приходит и принимает как бы душ. Все вот эти вот дела. Ребят. Видите? Вполне логично. Может вот отсюда спуститься, там лес за горой. По этим скалкам он с семьей идет. Здесь помоется. А что, вполне. И я как бы подготовился заранее. Просто так шел. Потому что я уже про это место знал. Мне тоже так лежал мне в голову. Ё-моё, а где же он пьет? Если он шарится, значит он только здесь может. Здесь больше ближайших водоемов нет. И я, ребят, ему принес кусочек мыла. Вот. Не знаю, как распечатал его. И где-то ему оставить. Может, он увидит. Надо спуститься нужно. Наверное, я спущусь и положу вот на трубу прямо. Сейчас вот откуда. Блин. Здесь можно ему лететь нехило. Придется спускаться. Так, ребят, все ради вас. Ради эксперимента, ради науки. Вот я ему оставлю, он большой. Возьмет. Я думаю. Мило. Так, надо вылезти. Фух. Фух, вылез. Вот я все делаю в онлайн режиме. Прямо без отключения камеры. А то вы не поверите, скажите, положил и пошел. Все. Я оставил. Давайте теперь, знаете, сделаем что? Мысленно я сейчас встану, потому что он общается на энергетическом уровне, и с ним можно мысленно общаться. Давайте немножко такую вот минутку. Я ему сейчас задам программу, чтобы он пришел и взял это мыло, помылся. Ну все, я мысленно отослал ему мысли, что он, я надеюсь, услышит. А мы с вами, ребята, идем обследовать вот ту сторону. Подъехал я сюда, а здесь вот такие
выступы я туда близко подходить не буду, потому что грязь. Вот это, возможно, следы снежного йети. Здесь такой ручеек идет вверх туда. Вот мы сейчас по ручью-то и пойдем. Там будем смотреть интересные места. Здесь немножко рыбаки уже пришли. Вот. Ну вот интересно вот это вот. Возможно, он... Они приходили. Тут у нас семья, скорее всего, живет его. Йети. Там вот мы были сливы, где его душ. А вот здесь вот, скорее всего, такие вот дела. Ладно, понятно. Будем считать, что здесь водопой, и нам туда дальше. Там интересное местечко найдем сейчас какое-нибудь по-любому. Он, скорее всего, по ручью приходит. Здесь мне прям интересно, все вытоптано, как будто он... Это же явно следы натоптаны. И вон бревно. Наверное, дети играли его. Капец. Вот вам и водопой йети. Ладно, ребят, всем пока. Если что-то интересное, то уже будет в последующих роликах. А пока заканчиваем. Это был водопой снежного человека. А мы идем дальше на поиски. Только вперед.